Известие о смерти писателя Николая Добижи потрясло молдавское общество. Поклонники его творчества опубликовали десятки сообщений с соболезнованиями. Слова скорби направили и члены Академии наук. В их сообщении говорится, что Николай Добижа был одним из самых известных поэтов Молдовы. Его произведения были переведены на многие языки и высоко оценены в различных культурных сферах. Выпустила некролог на смерть писателя и правительства. Члены Кабмина выразили соболезнования родственникам, семье, друзьям и коллегам Добижи. В мир иной отошел человек, который посвятил жизнь нашей культуре и языку. А в парламенте память писателя почтили минутой молчания. Уважаемые коллеги, это прискорбно. Мы теряем и простых, и талантливых людей. Прошу минутой молчания почтить память великого писателя, посвятившего жизнь независимости Молдовы. Республики Молдова. А лидер ПСРМ Игорь Дадон написал в Фейсбуке, что Николай Добижа был чрезвычайно талантливым представителем нашей страны, и его имя навсегда останется в истории, литературе и журналистике Молдовы.